Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Hollow Knight. В прошлый раз у меня какая-то фигня случилась с записью, так что сегодня я пробую записывать немножко по-другому. Я протестил минут 15, и вроде бы все окей, но с другой стороны, мой предыдущий сетап, с ним все тоже было окей, первые 25 часов или типа того. Так что не знаю. Но в прошлый раз я победил чувака в Soul Sanctum, его альтернативную версию, как он там назывался, Тиран. Soul Tyrant. Вроде бы так. И у меня теперь сколько? Этой фигни. 1700. То есть почти хватает, чтобы пойти в Белый дворец. Куда я на самом деле пока что не очень-то хочу идти, но что поделать. Также мне нужно еще спасти какое-то количество червей. Также мне нужно еще пару боссов убить в их альтернативном варианте, пройти Колизей, в общем, есть еще чем заняться. Я понятия не имею, чем я хотел заняться в прошлый раз, но сегодня я пойду туда и убью альтернативную версию первого босса. Наверное, да. По крайней мере, это то, что мне сейчас хочется сделать. Что у меня, кстати... А, да-да-да, у меня все не то эквипнуто на самом деле. Потому что у меня эквипнута вот эта вот хрень. Ну ладно, я думаю, меня никто не убьет по пути до станции. И там я смогу сменить все. Ну или даже, стоп, мне не нужно менять все, если я буду еще одного такого босса убивать. Тогда вообще пофиг. Так, а я правильно иду? Где я вообще? Нет, я неправильно иду. Мне нужно в самый верх этого зала и направо. Точно. Опс. Ну хотя бы этих я снова убиваю врагов. Хоть что-то хорошее. Ну ладно. Поскольку тестировал запись я на новом, по сути, персонаже, я отвык от того, что у меня есть абилити, типа там двойного прыжка и дэш, и вот этой вот фигни, да. И всего такого. Ну ладно, привыкну. Вроде бы сюда. Вроде бы сюда. Похоже на то. И да, менять мне ничего не нужно, потому что я сейчас пойду еще одного босса убивать, который... во сне или в воспоминаниях, или как она там работает, я на 100% не уверен. В общем, в трупе призрака, босса-призрака. Только не просто босса-призрака, а я зайду в призрака и буду там убивать босса или что-то подобное. В общем, полное наркоманство. Так, ну и вроде бы мне сюда. И вроде бы тут были враги, которые взрываются, когда я их атакую, так что мне нужно быть аккуратнее. Ух ты. С моей реакцией из мух. Идеально. И вроде бы мне не вверх. Эти взрываются? Нет, вот эти вот мелкие. Да, эти мелкие взрываются. Если бы мне было куда упрыгать от него, то было бы вообще хорошо. Но, увы. Ладно. Лечиться этот босс все равно не дает особенно. Так что полная мана мне, наверное, не нужна. Окей, как он тут был? Тут можно было к нему запрыгнуть заранее, правильно? Типа вот от... Нет, не отсюда. Да, отсюда. Вот сюда. Окей. Опс. Опс. Что вообще происходит? Я не вижу себя после всех этих взрывов и прочего. Я не помню этого босса совершенно, но он дамажит по два, так что... По крайней мере, что-то я знаю. И он не дает хилиться, но это я тоже знаю. Окей. Хаотично. Слишком хаотично.
Окей. Так, иди нафиг из этого угла. Это мой угол. Ну, видимо, нет. Видимо, это не мой угол. Окей. Черт. Он слишком быстро прыгает. Совсем слишком быстро. И слишком далеко. Хотя он в обычной версии довольно быстро и далеко прыгает. Опс. Опс. Но в этой версии он еще и зажимает в угол вместе со своими этими камнями с неба и прочей фигней, так что иногда невозможно от него нормально увернуться. Потому что с неба камни, а он сам тоже бьет, и единственное, куда я могу нормально увернуться, это вверх, но сверху сраные камни или что-нибудь подобное. Плюс эти камни очень мешают дэшиться, потому что дэшиться получается в основном под них. А, мне нужно... Блин, почему здесь скамейки нет нигде поблизости? Почему ближайшая скамейка в километре? Или стоп, нет, есть здесь скамейка немножко ближе. Я хочу поменять чармы. Потому что мне нужна дальность. Или стоп, сейчас у меня что вообще? Вот это вот мне не нужно. Это мне, в принципе, тоже не нужно, потому что оно увеличивает дальность моего дэша, и это мне сейчас скорее мешает. И вместо этого мне нужен второй чарм на дальность. Нет, я не могу сюда пройти. Какого хрена? Не, ну через полкарты я не пойду к последней скамейке, где я был, или еще куда-нибудь там в подобные места. Почему нельзя было здесь поставить одну там, например? Или открыть доступ в комнату левее, где шаман, и закрыть его с другой стороны, чтобы можно было от босса до скамейки быстро добраться. Ненависть. Возможно, мне стоит послушать того, кто писал, что типа чарм на синие сердца имбовые, можно просто заспамить любого босса. Может быть, мне стоит это сделать. Окей. Да. Хватит прыгать. У него, как у обычного, будет 4 фазы. Потому что 4 фазы этого я не выдержу, учитывая, что я до второго его ни разу не доводил. Ну, вот, один раз довел. И он еще и недостаточно... Блин, он с двух ударов по этой второй фазе сменил ее на... Точнее, в общем, с двух ударов по своей морде сменил фазу на вторую, и это не дало мне достаточно маны, чтобы хотя бы один раз отхилиться. Потому что сам он ману не дает, когда я его бью. И это вообще весело. И когда я говорю весело, я имею в виду по-мудацки сделано. Кому нужно лечиться на боссах? Окей. Это не то направление, в котором я пытался увернуться. Я держал влево, но почему-то увернулся все равно вправо. Идеально. Сейчас наоборот. И нет, я определенно держал направление раньше, чем нажал у ворот. В обоих ситуациях. Окей.
Окей. Окей. Как насчет не делать эту атаку, когда я вплотную к тебе? Это все-таки дальнобойная атака. И как насчет не делать эту атаку тоже, когда я вплотную к тебе? Это опять было не то направление, в котором я держал движение, как в тот момент, когда нажал на уворот. Что за фигня с этой игрой происходит? Это не впервые. Но просто в остальных местах можно немножко подождать после нажатия на направление перед тем, как жить у ворот. Здесь это такой босс, что он слишком быстрый для того, чтобы ждать. Если не ждать, то я уворачиваюсь не в том направлении. Потому что, видимо, есть какая-то задержка перед тем, как я начал двигаться в другую сторону и начал уворачиваться в другую сторону. Вот опять. Но хотя бы в данном случае это мне не повредило. Окей. Ну, я его задамажил каким-то... Ну, точнее, я понимаю, каким образом я его задамажил. У меня дэш дамажит. Окей. Окей. Да почему ты влево прыгаешь от меня, а не вправо от меня? Давай. Окей. Волна. Окей. Опс, черт. Да, если я пытаюсь в него отправлять его шары, то намного больше шансов, что следующий в меня попадет. Но все-таки я подебил. Но я подебил тем, что я его заспамил, а не тем, что я научился от него уворачиваться. Это, по-моему, довольно хреново. Ну, еще 300. Были ли еще какие-то боссы, которых я мог оживить таким образом и сразиться с ними еще раз? Я не уверен. Совсем не уверен. Да? Почему я не прыгнул, когда я нажал прыжок? Объясните мне кто-нибудь. Нажал прыжок и пытался перепрыгнуть этого чувака, но нет, он просто врезался в меня, потому что прыжок, видимо, ничего не означает в этой игре. Наркоманство. Ну окей. Пойду за своими деньгами. Так, куда мне теперь нужно идти? Я могу все еще пойти сразиться с финальным боссом, наверное. И может быть стоит попробовать сделать это, чтобы получить первую концовку, но опять же, я все еще на 100% не уверен. В комментах писали, что можно, типа, победить финального босса и после этого сразу же загрузиться. А другие люди писали, что надо для этого бэкапить сейв или что-нибудь подобное делать.
Ну пофиг. Если что, всегда есть НГ+. Наверное, надеюсь. Пойду, по крайней мере, посмотрю на этого финального босса. Если он вообще там, и если он работает так, как я думаю. Тут мне нужно было просто направо пойти, правильно? Что еще у меня есть непройденного? Да вроде бы все остальное я прошел, кроме Белого дворца, опять же. Пару червей не нашел, Колизей не прошел. И все, по сути. Насчет боссов, которых можно было бы оживить, я не уверен. Я не могу вспомнить ни одного. По крайней мере, из ранних локаций. А, не-не, я могу вспомнить одного. Да. Нет, я пойду все-таки убивать боссов, которых я могу оживить. Потому что есть Broken Vessel, которого можно оживить. И сразиться с ним еще раз. По крайней мере, это я хочу сделать перед тем, как идти к финальному боссу. Возможно, я еще кого-то забываю. Также я не уверен, как быстрее и проще всего туда попасть. Отсюда, наверное. Также, да, у меня есть квест. Донести цветок. Я не знаю. Сейчас я явно не хочу им заниматься. Потом, совсем перед самым концом игры, наверное. После Белого дворца. Упс. Туда ли я вообще иду? В принципе, да. Можно в Дипнес спуститься и оттуда. Я мог бы из города слез пойти, и, возможно, это было бы ближе. Ну пофиг, там где-то есть червь в Дипнесте. Так что его надо бы заодно найти. Что? Что? Окей. Не уверен. Пока что не буду его атаковать. Но в остальном не уверен. Окей. Сюда? Вроде бы сюда. Похоже. Так, и где здесь червь? Он правее и еще правее. Ага, понятно. Угу. Это не настоящий червь. Второй. Это тоже? Да.
Один из них должен быть настоящим. Видимо, этот. Окей. Ну ладно. Эта секретка найдена. Там внизу еще один червь был. Там, куда я направляюсь. Стоп. Правильно ли я туда направляюсь? Ау. Видимо, да. Нет. Ладно, пофиг. Неудобно туда, конечно, направляться отсюда. Ну, или... норм? Или нет? Я надеюсь, я правильно иду. Но на самом деле я понятия не имею. Упс. Ну, явно не сюда. Да, это больше похоже. Окей, теперь отсюда мне нужно правее. Карта обновлена, да. Сильно правее. Окей. Нет. И потом дальше на метро. Да. Там еще один червь и empty vessel. Broken vessel. Не empty vessel. Empty vessel это из Айзека предмет. Но все равно. Да, мне просто... червь просто слева. Упс. Просто слева. Не внизу. Настолько просто... Да, настолько просто слева. Что тут еще было, кроме червя? Потому что мне казалось, здесь было что-то еще. И как к этому червю попасть? Я слышу, что он подо мной. А, наверное, так. Окей. Было ли здесь вообще что-нибудь полезное? Наверное, да. И, наверное, я там уже был и сделал все, что там было полезно. Так что мне остается идти вниз. Вниз и левее. Тут была скамейка, правильно? Да. Отлично. А, я, конечно, потратил чарм, который дает урон. И не восстановил его, что довольно-таки плохо. Но пофиг, попытаюсь так. Вроде это был не такой уж сложный и опасный босс.
Окей. Как это все работало? Видимо, так. Угу. Опс, нет, там шипы. Да? Сраная Дэша. Почему они не в ту сторону? Окей. Lost Kid он называется в этом варианте. И он сбрасывает мою зарядку. Зарядку оружия, когда спавнится. Несмотря на то, что его название я уже видел. Вроде тут был какой-то чарм, который очень помогал. Типа, который АОЕшно дамажит все надо мной или что-нибудь, что-то подобное. Ау, окей. Ау. Точнее, который просто, типа, АОЕшно дамажит все, пока я хилюсь, может быть. Ау. Да, опять. Я опять дэшился влево, но задэшился вправо, потому что игра слишком тормозит с этим. Со сменой направлений. Окей. Сойдет. Хватит каждый раз выдавать свое имя. Я знаю, как тебя зовут. Черт. Я могу опять же попытаться его заспамить, наверное. Хватит спавнить на мной всякую хрень. И хватит дэшиться на всю комнату. Дай отхилиться, а, наркоман. Я бы предпочел, чтобы ты либо не спавнил свою ересь, когда ты встанешь, либо просто давал мне хилиться иногда. Пофиг. И пофиг. Ну ок. По-моему, я его станю, когда я его парирую во время его дэша. И это слегка помогало. Но опять же, я его заспамил в основном. Просто? Даже ничего не сказал? Ну так неинтересно. 400. Больше я не помню боссов, которых я мог бы заново убить. Мантисов я не убил, так что с ними не должно быть ничего. Хорнет тоже. А кто еще? Кристальная хрень без трупа умирает, там и так две фазы было. Не знаю, в общем. Эта фигня маскируется под вот эту вот хрень, которая на переднем плане. Стелс-мобы.
Совсем не та. Не знаю, зачем я ее нажал. Куда теперь? Можно попытаться червей поискать, наверное. Потому что один там в хайве, видимо, или над хайвом. Это относительно не проблема. Один где-то в этом проходе. Наверное, тоже легко. Потом оттуда я могу перебраться туда. И там я вообще знаю, где он конкретно. И это все? Так, как тут было отзумить карту? X. Нет. Не настолько отзумить карту. Просто отзумить ее нельзя? Видимо, да. И, по-моему, это все черви. Да. Ну, поехали собирать червей. Видимо, все-таки финального босса я сегодня убивать не буду. Ну или буду. Посмотрим. Не, наверное, все-таки я сделаю вот что. Я убью... Точнее, я соберу червей. И попытаюсь сделать квест, который донести цветок. Попытаюсь сделать его руками. И потом, если не получится, попытаюсь считерить. Потому что там, по-моему, можно считерить в том плане, что отдохнуть около того места, куда его нужно отнести. Потом пойти взять его, не отдыхая. И просто перезайти в игру. И меня тогда заспавнит там, где я отдохнул. И, соответственно, мне не нужно будет его нести. Звучит как хороший план, но сначала я хочу попытаться все-таки донести его руками. Разок. Другой, может быть. Челобур, иди нафиг. Куда мне здесь надо? И вообще, отсюда ли до этого червя достать можно? Или мне нужно в другую локацию вообще? Сюда? Вроде бы сюда. И здесь где-то сверху справа этот червь. Ау. А там сверху? Или это выход оттуда? Потому что там сверху явно была дыра, но у меня нет никаких супер-мега прыжков, полетов и всего тому подобного, чтобы в эту дыру попасть. Как насчет попробовать просто сделать супер-дэш отсюда? Не очень хорошо получается. Да, там явно что-то есть. И как туда попасть? Не говорите мне, что мне нужно пропрыгать по врагам. Потому что это вообще идиотская идея. Для этого нужно, чтобы враги там были. Достаточно высоко. Пчела, почему ты такая кривая? После удара врага я могу еще раз прыгнуть. Но это недостаточно. Он застрял. Упс, а я почти мертв. Нет, мне по сути, если прыгать по врагам, то мне нужно прыгать отсюда и в самой верхней точке двойного прыжка прыгнуть на противника. Это очень нереалистично, потому что это нужно как-то так безумно затаймить, чтобы противник там был и был в абсолютно правильном месте и в абсолютно правильный момент.
и все такое. То есть он тоже должен быть достаточно высоко? И то не факт, что мне хватит этого, чтобы долететь куда надо. Ау. Да пчелы, перестаньте. Ну, или вот так. Сейчас выяснится, что это выход, и мне нужно было снизу, точнее, сверху спрыгивать каким-то образом. Ну, или я не знаю, или это мне просто дико повезло с этим прыжком и... И все. Или я наркоман, и вообще там как-то по-другому надо было это все делать. Но это не выглядит как адекватный прыжок. Но, видимо, это неадекватный прыжок. Потому что в потолке тут больше никаких дыр нет, куда я мог бы деться. Так что я не знаю. Перезайду в игру на всякий случай, потому что... А хотя нет, какая разница. Я не уверен, что я выберусь отсюда живым, но мне не обязательно выбираться отсюда живым, потому что червь останется спасенным, даже если я буду неживым. Также, наверное, я могу просто отхилиться, и тогда выбраться отсюда живым будет намного проще. Окей. Нет. Пчелы, зачем? Окей, надеюсь, следующий червь будет адекватнее. Третий оставшийся, который слева в канализации, я знаю, по-моему, как его достать. Там вроде бы была стена, которую я мог разбить. Но я не разбил, потому что я криворукий и не заметил этого. Ну что-то такое там было. А, нет, мне нужно выше. Но второй, который в середине прохода, я не уверен, как к нему добраться и что он вообще из себя представляет. Наверное, к нему можно добраться. С другой стороны, я бы предположил, что и к тому, которого я только что спас, тоже можно, должно быть, добраться, но на самом деле нет. Или я, опять же, чего-то не понимаю, или к нему практически невозможно добраться. Так, мне сюда? Да, мне действительно сюда. Просто вверх? Нет, не похоже. Тогда куда? В кислоте я могу плавать. А. Видимо, сюда. Видимо, здесь будет выход. Да. И, видимо, я сюда мог попасть еще до того, как я научился плавать в кислоте. Потому что иначе зачем этот выход? Ну ладно. Хоть я и могу плавать, наверное, вот так вот будет быстрее. Окей, да. Я хотел спросить, надо ли мне останавливаться, но в принципе не обязательно. Привет, чувак. А что здесь? А, здесь выход из канализации в город, правильно? Да, нет, может быть. Да. Правильно. У меня все еще есть дверь в городе, которую я не открыл.
и на которую у меня нет ключа, и я понятия не имею, можно ли его вообще достать где-то. Потому что, как бы, этих ключей вполне может быть меньше, чем мест для их использования в игре. А, наркоманство. Нужно ли мне здесь тормозить? Было бы неплохо. Ну ладно. Вау, мне не хватает на еще один хил. Теперь хватает. Но пофиг. Есть ли там проход? Потому что на карте не совсем понятно, могу ли я просто отсюда пойти влево до конца и потом выбраться вверх. Я попробую. Или я не попробую? А, не-не-не, да, я могу, наверное. Если я правильно помню, где я. Не факт, что я правильно помню, где я. Ну, или вот так. Тоже вариант. Ну да, я мог бы и совсем снизу подняться сюда. Бэтмен, зачем? Окей. Все, последний. Видимо, да. Упс. Я даже выстрелил случайно. Ну и вот этот выход, наверное, ближе. Вот этот, в смысле, вверх. Хоть тут и Бэтмены. И стены, которые меня разворачивают. Нет. Вода. Вода заодно с Бэтменами. Все-таки я не пойду сегодня к финальному боссу. Вместо этого я пойду в Клизей. И... квесты я, наверное, тоже не буду делать. Ну или... Не знаю даже. И то, и другое я не успею, правильно? Ну, если я хочу там минут за 15 закончить это видео, а не растянуть его на 2,5 часа, а я не хочу растянуть его на 2,5 часа. А, наверное, Колизей звучит как более реалистичная и адекватная вещь. Потому что если я буду пытаться проходить этот квест с цветком по-нормальному и больше, чем один раз до первого же моба, то это, скорее всего, затянется надолго. Так что лучше это оставить к тому моменту, когда я там целое видео под это выделю или что-нибудь подобное. А Колизей, я надеюсь, закончится как раз минут за 10-15. Скорее всего, даже быстрее. Но сначала нужно дойти до метро. Окей. Также я не уверен,
что мне дают за финальный апгрейд Dreamnail'а и сколько на него нужно копить. Потому что я знаю, что доступ в Белый дворец — это не финальный апгрейд. А для финального надо будет, наверное, все деревья собрать еще. И это вообще звучит как не очень хороший план. Слушай. Летающая хрень, иди нафиг. Ну окей. Сохраниться здесь? Не уверен зачем, но пофиг. И пройти сюда. Куча денег. Еще куча денег. Еще куча денег. И что-то. Ну ок. Так. Дает святую мощь оружию, когда у носителя полная жизнь. Весело. Ну, видимо, все с этим. Если перезайти, что-нибудь изменится? Нет. Ну ок. Нет, не взрывайся рядом со мной. В общем, я буду теперь стрелять какой-то энергией. Посмотрим. И также это последний чарм, правильно? Считается ли сломанный? Наверное, считается тем, что он у меня есть. Хоть он и сломанный. Упс. Так что, наверное, я могу попытаться сбегать за наградой за поиск всех чармов страны взрывающейся враги. Сраные взрывающиеся враги. И потом отсюда же можно до Колизея относительно быстро добраться, правильно? Или я ошибаюсь? Что? Окей. Мне нужно левее пройти. И ниже. И еще ниже. И не падать на врагов в идеале. Ладно, пофиг. Ладно, пофиг. Сюда. От этого босса трупа не осталось, так что с ними я ничего не могу сделать.
36 чармов. У меня нет 36 чармов. Еще один. Мне нужна вторая половинка этого последнего, или просто сломанный не считается как один. Ладно, неважно. Даже если сломанный просто не считается, его нужно починить, это слишком долго и далеко отсюда. Наверное, я вообще зря перезашел, потому что Колизей... Как в него вообще попасть проще всего? Ну не, оттуда быстрее всего до него попасть. И заодно я смогу получить доступ в Белый дворец. Видимо, да. Так, что за чарм, и сколько он слотов жрет, и что вообще он из себя представляет? 3 слота всего лишь. Когда у меня полная жизнь, я, да, стреляю далеко. И с интересным звуком. Больше, чем 1300. 1500. Это кусок маски. И потом еще кусок маски, и потом еще кусок маски, так что ли? Или нет? Видимо, нет. Ага. То есть мне нужно было 1500 всего лишь, чтобы... Окей. Что? Что? Ну ок. Видимо, меня обманули, что нужно больше, чем... Больше, чем на открытие этого. На открытие дворца. И на открытие дворца явно нужно было всего лишь... ну, может быть, не явно, но вроде она сказала 1500 нужно. И после этого открыла дворец, и все. Непонятно. Где мне еще две половинки маски получить? Опс. Ну вот, я перестал стрелять. Наверное, в Колизее это мне не очень поможет. Также там разве не нужно было на полпути спрыгнуть? Нужно было. То есть мне нужно обратно наверх забираться. Почему? Тут еще и забираться не так просто, как кажется. Не, на самом деле так просто, как кажется, после первой вот этой вот платформы, которая выступ. Пока, Бэтмены. Пока, Бэтмены. Идеально. Я думаю, дальность мне больше поможет здесь, чем эта фигня. Возможно, я не прав. Также, возможно, мне... А, да. Возможно, мне больше поможет какой-нибудь там... Не знаю. Щит при отхиле или что-то подобное.
Но пока что я попробую так. Окей. Дипс хорош. Черт. Что меня сдамажило? Не уверен. Окей. Окей. Опять же, не уверен, что меня сдамажило. Видимо, один из тройных выстрелов. Ау. Зря я прыгнул. Совсем зря я прыгнул. Ну, хотя бы это такая волна, в которой можно легко отхилиться. Окей. Окей. Минус один. Упс, Бэтмены. Минус второй. Сойдет? А, это прыгающая хрень. На этой арене прыгающая хрень не очень опасна. В отличие от тех локаций, где такая прыгающая хрень встречается в самой игре. Упс. Это немножко опаснее, но немножко. По крайней мере, здесь явно видно, где пол, где потолок и где вообще что. Наверное, мне стоит уйти куда-нибудь далеко и отхилиться. Ау. Что дальше? Еще три. Ау. Нет. Окей. Как я ненавижу этих стреляющих мух. Или как их назвать? Да, шипы. Сочетание шипов и всяких стреляющих врагов, которые на эти шипы скидывают. Потому что прыгаешь, чтобы увернуться от врага. Ау. Получаешь урон от другого врага, пока в воздухе. И этот урон откидывает, потому что в воздухе все безумно откидывает. И из-за этого не попадаешь на платформу. Черт. Совсем черт. Совсем-совсем, черт. Мантис, иди нафиг. Нет, нужен либо более быстрый отхил, либо отхил с защитой, либо что-нибудь с отхилом. Дальность мне не настолько здесь нужна, на самом деле. Лучше, наверное, так. Дальность, естественно, помогает очень сильно. Но возможность лечиться, наверное, будет более полезна. Если бы был чарм, что когда я в воздухе, меня ничего не откидывает. Возможно, есть такой чарм.
Ну-ка. Так. Это дает больше неуязвимости. Это дает больше этого всего. Дэши. Отражение урона. Урон, когда мало жизни. Это откидывает врагов сильнее. Это позволяет мне не отталкивать себя назад, когда я бью врагов. Но это не работает на то, что... В общем, при получении урона в воздухе меня все равно откидывает хрен знает куда. Ну не, все остальное это явно не то. Опс. Да, пофиг. Один каст я, наверное, заряжу за первую волну. Окей, всяких стреляющих мух, которые по три выстрела стреляют, их стоит убивать дальним боем, наверное. Окей. Ау, почему? Черт. Черт. Да идите нафиг все. Почему ты такой живучий? Как вот эту фигню? Эту всю фигню тоже стоит дальним боем убивать, потому что враги со щитами слишком достают. Совсем без дальности тоже плохо. Окей. Ау, какого хрена? Ау, это их оттолкнуло так, что один из них прямо в меня выстрелил. Идеально. Муха. Или кто-то там вообще. Не знаю, кто ты, но какого хрена. Также какого хрена дэш не срабатывает так, как я хочу. Окей. Окей. Еще немножко отхилиться. Еще немножко отхилиться. Полная жизнь, ура. Ау. Это все дальность. Я пытался его ударить, но моя дальность слишком низкая, так что я чуть-чуть перелетел и врезался в него. Ну или что-то подобное. Спрыгивай ниже. Спрыгивай ниже. Да. Ладно, лови так. Мне не жалко. Ау. Окей, вот это вот худшая. Точнее, следующая волна худшая, когда я их убью. Окей. Каст. Какого хрена? Ты не кастуешь, когда тебя нажимают? И дальше у меня нет маны. Идеально. Черви. На отхил у меня тоже нет маны.
Ну, сейчас-то у меня есть мана на отхил. Какого хрена? Кнопка. Ты попробуй работать в следующий раз. Окей. Окей. И окей. Мантис, не уезжай так далеко. Да какого хрена у них такая безумная дальность? Окей. Это не... Зачем мне вообще компас? Я наркоман, что ли? Нет. Что я могу за три взять? Я могу взять за три вот это. Но это не так уж... Ну хотя не знаю, может быть это поможет. Четыре дополнительных сердца. Почему я так медленно хожу? Не ясно. Видимо, потому что я здесь не в бою и быстро ходить не получается. Наркоманство. И, видимо, это видео все равно будет на 2,5 часа затянуто. Потому что я хочу пройти эту сраную арену. И спам мантисов меня уже второй раз убивает. Но с таким сетапом до... Ну, точнее, не с таким, да. В общем, с сетапом на дальность до этого спама я в первый раз дошел намного проще, чем без сетапа на дальность. Так что попробую еще раз так. Ну нет, если я сейчас за эту попытку не смогу его пройти, то я, наверное, все-таки забью. Окей. Так. Идите нафиг. И ты тоже. А, стоп. Какого хрена? У меня была полная жизнь, но я все равно смог потратить ману на отхил, но не отхилиться, потому что у меня полная жизнь. Это нормально? Вроде раньше я не мог начать хилиться, если у меня полная жизнь. Возможно, я ошибаюсь. Я нажал атаку, а не прыжок второй раз. Шипы. Так, что дальше? Эти двое и потом Бэтмена? Вроде бы да. Ладно. Это легко. Почему он на потолок сразу прыгает? Ну это тоже легко. Следующая волна совсем легкая. Потому что она такая же, как предыдущая. Ну почти такая же. Предыдущая все-таки спавнила их на земле.
Я оба раза думал, что они приземлятся немножко дальше от меня. Да. Ну, я ненавижу эти шипы. Я ненавижу эти шипы. И тот факт, как они взаимодействуют. Точнее, я ненавижу не шипы, а получение урона от врагов, когда я в воздухе, и то, что он у меня откидывает на миллион километров в сторону. Настолько на миллион, что я потом не могу вернуться назад и... попасть на платформу. Но... окей. Первые два ниже меня. Окей, легко. А, черт, еще одна волна, я забыл уже. Хватит скидывать меня с этой сраной платформы. Сраная муха. Худший враг во всей игре. Все еще. Хотя вот эти вот мантисы не сильно лучше. Особенно не сильно лучше их безумный трекинг. Как бы обычно враги атакуют в ту сторону, где я был, когда они замахиваются. Потому что они замахиваются в какую-то конкретную сторону. Эти нет, эти атакуют туда, где я в тот момент, когда у них уже вылетел их этот диск. То есть у них, по-моему, даже спавнится диск сначала, и потом определяется направление атаки. Иди нафиг. Окей. Почему ты чарджишься так слабо? Окей. Скорость от хила, наверное, все-таки не помешает. Ау. Это не очень удачные враги для такой здоровой комнаты, потому что они постоянно телепортируются куда-то в небо, и я не могу до них допрыгивать, чтобы ударить. Окей. Что дальше? Блин. Надо дэш-то сквозь него, когда у меня заряжен дэш. Или просто убить его. Тоже вариант. Угу. Нет. Сраные шипы. Хотя бы у этого Тесла чувака жизни мало. Т.
дай отхилиться хотя бы. Не, быстро отхил здесь я нужен. Потому что без него я вообще не могу отхилиться на большей части этих врагов. А между волнами тоже не особенно дают время. По-моему, пора уже заканчиваться, не? Колизей. Сколько можно? Да, почему бы и не босс? Окей. Окей. Странные мухи. Двух разных видов. Ну, может быть, хватит? Нет, все, определенно хватит, и я сюда больше никогда не пойду, потому что эта хрень длится сраных 30 минут и хилиться не дает, и вообще волны мудацкие. Это пока что Колизей вообще весь, это, наверное, худшая часть игры пока что, которую я видел. Потому что первые два этапа были тоже абсолютно мудацкими и очень длинными. Третий, он, по-моему, еще длиннее, чем первые два вместе взятые, и еще более мудацкий, чем первые два вместе взятые. Так что нет, спасибо, но проходить его я не буду и срать на ачивку. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.